Лучшим инфраструктурным проектом для бизнеса становится индустриальный парк «Первомайский». В основу идеи создания парка легла возможность использования преимуществ местоположения и готовой инфраструктуры крупного предприятия. В Туле состоялась ежегодная областная премия «Тульский бизнес-2014». Это первая независимая премия в области регионального бизнеса, которая определяет тех, кто сумел воспользоваться преимуществами сложившейся экономической ситуации в стране. Победителей в 29 номинациях определили независимые эксперты. В номинации «Лучший инфраструктурный проект для бизнеса» победителем стал индустриальный парк «Первомайский». Я очень рад получить этот приз из рук, собственно говоря, организатора данного конкурса. На смену старых технологий начали приходить новые компании, высокотехнологичные, которым не требовалось огромных производственных площадей. Мы начали думать о том, как можно использовать освободившиеся площади, так как затраты на их содержание были достаточно высоки. И в конце 2008 года мы приняли решение о создании индустриального парка «Первомайский». Но мы решили не просто сдавать помещения в аренду, а решили их сдавать подготовленными. Поэтому мы провели реконструкцию помещений, сделали перепланировку, осуществили ремонт. На сегодняшний день на территории индустриального парка «Первомайский» располагаются 17 производственных компаний, на которых трудится более 1000 человек. Хотел бы поблагодарить организаторов конкурса за высокую оценку деятельности нашей компании. В основу идеи создания индустриального парка в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области легла возможность использования преимуществ местоположения и готовой инфраструктуры крупного предприятия первомайского филиала ОАО «Щекино-Азот».